в собственности, остановочный павильон и земля в собственности. Я могу поставить контейнер, я сделаю все для этого, что нужно, огорожу его, сделаю площадку для него. Но и до сих пор, я заявление написала в декабре региональному оператору, чтобы заключить договор, до сих пор договора нет, дозвониться я до них не могу. Звоню, не отвечают, я говорю, такая-то, такая-то, город Балаково, ИП такая-то. Ждите, вам перезвонят. Звонила несколько дней подряд. Ездила на Тарнавскую 8 к оператору 2 или 3 раза. Ждите. А что ждать, уже март, уже апрель скоро. Мне договор до сих пор не отдали. Я его подписать не могу, не ознакомиться не могу. И мне сказали, что для того, чтобы поставить контейнер, мы сами купили с крышкой на 240 литров. Нам это хватает. Сказали, должно разрешение быть, согласование с Роспотребнадзором и с администрацией. Ходили в администрацию, сказали, что вам согласование никто не даст. Больше надо, да? Почему-то контейнер. Сказали, контейнер не должно. Нет, контейнер нет. В всех остановочных павильонах, если сейчас устанавливать контейнер, ну, если везде поставить, то будет контейнер. Весь город в контейнере. Весь город будет в контейнере. Хотя вот земля в собственности, у меня есть возможность огородить, чтобы было все чисто, аккуратно, что никто туда мусор чужой не бросит, не выбросит. Все под крышкой.